Параплан. Юх! Да ты ж что ты будешь делать? Представляешь? Все это видео вообще не записано. Эх! 35 градусов температура. Слетаем с аэродрома Серн, штиль полный. 8 скорость отрыва. Закрылок на 6. Висим. Тихонечку набираем. Мотор зверь. Просто зверь мотор. Но жарко. Прям чувствуется, как жарко. Друзья, посмотрите, скала Кошачий Зуб. И как убираются парапланы из-под этой скалы. Вы посмотрите, какие отважные ребята. Просто огонь. Вот тут сидит народ, загорает на краю хребта. А вдоль хребта ходят парапланы отважные. Представляете, как им там страшно? Вообще. Огонь. Здесь потока-то нет. Мы сейчас ходим восьмеркой. Сейчас попробую с левого борта снять. А парапланы отважные. Не знаю, может там потоки есть. Нет, смотрите-ка, они не набирают. Они погибают на этом зубу. Миша, ты посмотри, парапланы погибают. Никак не хотят выбраться, не могут, точнее. Вот это круто. Я бы, извиняюсь, обкакался вот так на параплане около такого скальника. Честно скажу вам. Ну как так вообще можно? Должно перекусывать, сфинктер должен перекусывать лом. Я вокруг облетел этот зуб, чтобы вам показать. Видите, мы можем и с этой стороны летать, и с этой. Сейчас мы тоже окажемся вместе с парапланами, потому что... Вот, кстати, где тропинка идет, смотрите. Вот она идет, идет, идет. Здесь как-то отвесный какой-то кусок, какие-то веревки. Вот она тут где-то снизу идет. И что у нас есть? А вот мы уже с парапланами. Ну, не сравнялись по высоте, но уже... Вот они, смотрите, какие красавцы. И они ближе, мы вот далеко от скалы, близко от скалы, кажется. А они-то вообще... Как это, Миша, выщипай мне все перья, но я должен это снять. Прости, друг. Пойдется тебе еще потом под облаком набирать раз для тренировки. Ну, ты согласен, что такой не снять такой контент – это преступление, Миша? Миша, ответь мне. Отлично, Миша согласен. Но мы будем ходить выше парапланов, чтобы их не пугать. Вы сами понимаете, да, что сейчас самое главное, чтобы они не нервничали. Блин, да как же это страшно. Какой ужас. Ой. Я когда мимо этой скалы, друзья, лечу, у меня что-то сжимается в животе. Ну, скажем так, когда ниже нее. Потому что я к этим горам привык, но вот это вот чувство отвесной скалы, то есть ты почему-то представляешь, что ты сидишь на ее краю, и с нее нужно упасть. Блин, ну отважные ребята, ну посмотри, посмотрите. Просто отважнейшие. И они, мало того, они по этой скале медленно, но уверенно карабкаются. О! Вот это да! Ой-ой-ой, на нас разворачивается. О! Вот сейчас у меня сжимается все. А там еще и птицы летают. А еще третий к ним летит, смотри, снизу. А или он был, Миш? Вот смотри, еще один снизу. По-моему, может и не было. Ох, как красиво-то. Просто волшебно. Фотографию хоть делай. Да, сейчас сделаю фотографию. Друзья, вот на этой оптимистичной ноте я сейчас выключу съемку камерой и сделаю фоточку. Уж больно все красиво. Фух. Друзья, пока мы фотографировали наших парапланеристов,
они выкарабкались, а мы просели и выбраться не можем. Представляете? Вот сейчас летаем у этой скалы, трёмся, они уже над ней, а мы тут всякие нули шкрябаем. Ну понятно, что мы сейчас вот к тому облачку дернемся и выкарабкаемся быстро. Но сам факт, что нас реально просто уделали как двух щенков парапланеристы, красавцы. Уважаю, они уже под кромкой, сейчас пойдут на переход. И как они, наверное, смеются, надо думать, вот планер, ха-ха-ха, ха-ха-ха, летать не умеет. И в некотором роде они недалеки от истины. Планер сейчас летать не умеет, он, видите, у скалы... Но я честно скажу, я боюсь так летать близко. Миша мне все говорит, да ты близко летаешь, да мне страшно. Ну, Миша, ладно, так не говорит. Ну, кто-то говорит. И я согласен, что страшно. Но когда между моим крылом и скалой еще параплан помещается, еще до параплана, в общем-то, далеко, я понимаю, что я летаю, ну, совсем не близко. Ну, то есть, вот, вообще, очень даже далеко. Так что, честь и хвала. О, мы, кстати, удачно сейчас проходим. Может быть, я сейчас тоже выкарабкаюсь у этой скалы. Смотрите, я как планеристы, как парапланерист теперь летаю. Ничего не боюсь. Вдоль скалы. Эге-гей. Какой-то новый ракурс для камеры я выбрал. Не знаю, красивый, некрасивый. Жжж. Эть. Надо развернуться. Хороший проход был достаточно, но не свалось у меня. Видите, они дождались схода потока. И работая плотно к склону, они, в общем-то, выбрались. А мы... имеем огромный радиус виража, ведь я сделал вираж, вот у меня минуса какие на стрелке, там минус 5. Я просто, смотрите, как я проседаю относительно этого склона. Я говорю, как камнями лечу вниз, а энергия есть где-то. Ну, она, понятно, что она прямо у самого склона. И все, я уже выбраться не могу. Ого-го-го-го-го-го. Какой ужас. Как это страшно, друзья, люди. О, и там наверху люди ходят. Ну ладно, с другой стороны... Мы же планер, смотрите, как это делается. Миша, дунем к облаку. Я разгоняюсь до 180 км в час. Наше преимущество относительно парапланов. И через 30 секунд, ну 40, мы будем под облаком набирать. Вот в этом потоке. Я вижу, что подошва облака хорошая, яркая. Если мне это облако не понравится, я пойду вот... на склон к тому облаку, там уже так ярко все растет. То есть преимущество планера в том, что мы, во-первых, тратим на этот переход, наверное, меньше, чем потеряли, когда сделали вираж неудачный на зубе. Собственно, и вот мы уже на месте. Сейчас я сброшу скорость, когда войду в поток. Жду, где-то сейчас должно дубануть. Вот, начинаю уменьшать скорость. Сразу же переходит энергия в высоту, прощупываю, где-то здесь должен стоять поток. Где-то здесь, а может его и нет. Но был же. Вот видите, как мы быстро от зуба отлетели в нужную сторону. Ну вот есть поточек небольшой. Оп! Знаете, вот пошла стрелка плюс. И мы сейчас над этим вот скальничком, уже выше него находясь, аккуратненько закрутим, нащупаем поточек. Будем набирать. Если не понравится мне здесь поточек, перейду на следующую горку. Нет, здесь поток нормальный, вот он. Оп. Я просто в него сразу не попал. О, завертелись. Видите, посмотрите, как выглядит спираль, которую я писал. Как бы вокруг потока облетел сначала. А вот он был в центре. И все, я набираю. Миша, точнее, набирает. Забирай ручку. Как вы видите, внизу остался склон, с которого мы взяли поточек. И мы набрали уже до кромки облака, вот оно, практически облако наше. И дальше помчимся, надо уже двигаться поближе к дому, там повеселее должно быть. Вот оно, кошачий зуб, на котором у нас была встреча с парапланеристами. Как выглядит набор под облако. И, кстати, я сейчас вижу, что кромка под облаком, которую мы набрали, выше, чем облако дальше. Так что вот этот выбор перехода сюда был абсолютно верным. Как вы видите, несмотря на то, что планер проиграл на кошачьем зубе парапланеристам, мы выбрались и летим дальше. И сейчас их обгоним.
Погода бомба! Контент огонь! Вот так вот совершенно случайно в небе снимаются случайности. И вот это кайф. То есть охота за такими моментами доставляет мне неизгладимое удовольствие. То есть я представляю, как вы это будете смотреть и радоваться. Так что, друзья, эгегей, до новых встреч, до новых роликов. Аривар! Эгей! Юху! Ой, мы уже в облако вошли. Погнали! Разгоняемся! Курс вот такой. Отдал ручку. Погода бомба! Контент огонь!